Приветствую вас. И, конечно, понятно, что ситуация у вас очень тяжелая. Вы как бы разрываетесь между своим мужем и родителями. И я предлагаю вам исходить из того, что лучше для дочери. Вот для дочери вашей, думаю, климат, ну, не совсем подходит. Для дочери вашей лучше всего, если ее мама будет счастлива. А счастливы вы не будете там, где вы сейчас находитесь, потому что вы понимаете, что это не ваше место, вы знаете, что с родителями вы ссоритесь, что с родителями вам тяжело, да и если отношения не складываются, то и удовольствия никакого от существования там вы не получаете. Как вы написали, развлечений у вас нет, и, в общем, очень тяжелые условия для жизни. И, соответственно, для вашей дочери во всех отношениях будет лучше, если вы вернетесь в Петербург, потому что там все-таки гораздо больше условий для развития именно ребенка. И, конечно же, атмосфера будет все-таки получше. Кроме того, мужчина, переосмыслив некоторые моменты без вас, вполне мог прийти к такому выводу, что именно вы его жизнь, вы и дочь, тем более, что вы сами уверены, что ребенка он любит и любит вас, и, соответственно, очень велика вероятность, что он изменился. А вот родители навсегда останутся такими, какие они есть, потому что они уже не в том возрасте, чтобы что-то менять, как-то координировать свои точки зрения и изменять ее. И нужно понять, что от вас, от вашего существования с ними ничего не изменится, вообще ничего. Попробуйте представить себе, что вы будете жить так всю жизнь, там, где вы сейчас живете. Спросите, хотите ли вы этого или нет. Спросите себя, хотите ли вы жить там, где живет ваш муж, и что лучше для ребенка. И вот ответ на этот вопрос и будет ответом на решение вашей проблемы. Потому что важны не интересы ваших родителей, которые не очень-то заботиться о вас. Важны ваши интересы, потому что это ваша жизнь. И самое главное, важны интересы вашего ребенка, потому что ребенок и его жизнь как будущего человека, будущего индивида и будущей личности стоят на первом месте. Кто-то мне подсказывает, что в Питере у него гораздо больше возможностей и получить соответствующее образование. И заниматься тем, что нравится. И как бы оккультуриваться. И заводить знакомство. Решать, конечно, вам. Думаю, что если какие-то эксперты опишутся здесь, то они выскажут свою точку зрения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.